5-нчи каналдын түз эфиринде 27 февральда жогорку кеңештин 7-нчи чакырылышында Бишкек шаарынын 2 округу боюнча өтө турган кайра шайлоонун алкагындагы кезектеги теледебаттар башталууда. Саламатсыздарбы, менин атым Гүлзат Иманова. Берүүбүз адаттагыдай эле 5-нчи каналдын Facebook социалдык тармагындагы расмий баракчасынан дагы түз чагылдырылып жатканын эскерте кетейин. Бүгүн бизде конокто болсо номер 29 Свердлов шайлоо округу боюнча шайлоого атанып жаткан талапкерлерди конокко чакырган. Анда эмесе талапкерлерибиз менен тааныштыра кетсем. Срокова Евгения Григорьевна, здравствуйте. Майрамбек Улу Калыс, Салянова Аида Женишбековна, Султанбеков Муратбек Кенишбекович и Басивская Кристина Валерьевна. Здравствуйте. Анда урматтуу дебаттын катышуучулары, биз дебатыбызды баштардын алкагында астында кыскача сиздерди эрежелер менен тааныштыра кетсем. Бүгүн талкуунун алкагында ар бириңиздерге 15 минутадан берилет. Анын башындагы 2 минута шайлоочуларыңыздарга, көрөрмандарга өзүңүздөрдү, программаңыздарды тааныштырууга берилмекчи. Андан кийин биз биринчи бөлүк өтөбүз. Анда алып баруучудан 3 суроо болот. Жооп берүүгө жалпысынан сиздерде 6 минута болот. Андан кийин экинчи бөлүктө болсо кайрадан 6 минутаңыздар болот. Мында сиздер бири-бириңиздерге суроо бересиңер. Жана аягында 1 минута сөзүңүздөрдү жыйынтыктап, шайлоочуларыңызга кайрадан кайрылсаңыздар болот. И, уважаемые кандидаты и телезрители, на официальном языке также вкратце повторю условия наших теледебатов. Сегодня в рамках наших теледебатов каждому из вас будут предоставлены по 15 минут. Из них первые 2 минуты даются на приветствие, и в завершении 1 минута дается на обращение к своим избирателям. Также у нас, помимо этого, будут 2 раунда. В первом будут вопросы от ведущего, 3 вопроса, на ответы которых у вас в распоряжении будет 6 минут. И второй раунд, здесь вы можете задавать вопросы друг другу, также 6 минут. Вопросы вы можете задавать как адресно, так и в общем порядке. И ответы вы можете давать как на государственном, так и на официальном языках. И позвольте начать наш теледебат, уважаемые участники. Первые 2 минуты приветственное слово. Евгения Григорьевна, давайте начнем с вас. У каждого из вас перед вами монитор, где вы можете следить за вашим временем. Добрый вечер. Благодарю за предоставленную возможность обратиться к жителям Свердловского района. Я Строкова Евгения Григорьевна, по образованию педагог, проработала в образовании 31 год. В ноябре прошлого года я не выдвигала свою кандидатуру, так как работала в 6-м созыве, и 6-й созыв был очень напряженный. И для оценки и анализа событий в нашей стране, а также собственной работы, была взята пауза. Но в Свердловском районе так сложилось, что победили против всех. И при поддержке избирателей, которые еще меня избирали в 6-й созыв, я снова решила баллотироваться. Что касается моей программы, она ориентирована на решение социальных проблем, а также продолжение тех начатых вопросов, которых я не закончила в 6-м созыве. Своими успехами считаю это поднятие вопроса по больным гепатитом, гемодиализникам, а также благодаря мне у наших педагогов есть теперь собственный пансионат, который находится на балансе Министерства образования. Также поднимала жилищные вопросы, и очень хочется завершить вопросы по обращению избирателей. Это избиратели Кузнечная крепость, Восток 5, дом 13, Токульдош и еще общежитие железнодорожников. В своей будущей работе хочу, еще раз повторю, продолжить начатые вопросы, а также продолжить инициированный мой закон по правильному питанию школьников. Здоровому питанию. Угу. Спасибо большое, Евгения Григорьевна. К сожалению, у вас время уже завершено. Калыс мырза, сиздин кезек. Арваңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу оппоненттер. Эң алгачкысы, өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен Майрамбек Улу Калыс, Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер. Мен өзүм жаш, жаңы талапкермин. Мен жарандык активист, жана ыктыярчымын. Өмүр бою өзүм элиме, өлкөмө пайда кылганга аракет кылып, болгон салымды кошуп келдим. Анан бүгүнкү жогорку кеңешке баратканыбыздын себеби
Азыркы учурда тилекке каршы көптөгөн мыйзамдар бар. Көптөгөн мыйзамдар. Бирок ал мыйзамдар элдин кызыкчылыгына эмес, наоборот, ошол элди куугунтуктап, элди кыйнаган мыйзамдар болуп атат. Мен ага макул эмесмин. Биздеги көптөгөн көйгөйлөрдү туура мыйзамдар менен убагында чечсе болот эле, бирок тилекке каршы биз аны көрө алган жокпуз. Мен ага макул эмесмин. Негизи бул көйгөйлөрдүн баары эмнени билдирет? Бул көйгөйлөр ушул азыркы учурда парламентте отурган көбүнчө депутаттарды эл менен байланышы аз болгондугун билдирет. Эгерде сиз депутат болуп барам десеңиз, анда элдин өкүлү болуш керек, анда элден чыгып, эл менен чогуу биргеликте болуш керек. Мен өзүм жөнөкөй бүлөдөмүн. Мен ата энем бизнесмен эмес, олигарх эмес. Мен чоң акчам жок, бирок чоң акча жок болгонун өзүмдүн өлкөмө пайда келтиренге эч качан тоскоолдук кылган эмес. Азыркы учурда деле ушул жогорку кеңешке барышым, депутат болушума акча жоктугу тоскоолдук болбойт. Анткени биздин жарандар баннерлердин саны менен эмес, агитаторлордун саны менен эмес, талапкердин чыныгы, татыктуулугу менен элди тандашат. Чоң рахмат, Таида Жеңишбековна, сиздин кезек. Рахмат. Урматтуу шайлоочулар, дорогие избиратели. Я, Аида Солянова, баллотируюсь по Свердловскому округу. Почему Свердловский округ? Потому что в Свердловский округ включены еще два участка Октябрьского района. Я на эти выборы выхожу с программой, которая состоит из двух частей. Первая часть – это то, что бы я хотела сделать в случае оказания мне доверия. И вторая часть – что я уже успела сделать и чем я могу гордиться. По первой части. Моя программа состоит из трех вопросов. Первое – это сокращение бедности. Второе – это образование, качественное образование. И третье – это борьба с коррупцией. Три вопроса являются не просто взаимосвязанными, они взаимозависимы. Эти вопросы должны решаться комплексно и системно. Сегодня в стране проживает 2 миллиона граждан, проживают в условиях бедности. Почти половина этих граждан — это дети. И для того, чтобы решить вопросы сокращения бедности, нужны ряд экономических, политических, социальных проблем. Многие из этих вопросов должны решаться исполнительной властью. Но единственный контролер действий исполнительной власти — это народ в лице народных избранников. Вот почему я хочу баллотируюсь в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. Что я сделала до сегодняшнего дня? Это 54 детских сада, которые возвращены государству. Это 51% мегакома. Это незаконно выведенные средства за границу. Это... Спасибо большое, Айда Жеңишбековна. Мұратбек Кеңешбекович. Арбаңыздар, саламатсыңар. Баартең мактанып атат тил билүүңүз менчи. Я тоже поздороваюсь. Здравствуйте, гутнабен, мерхава, нихау. Это все они живут в Свердловском районе. Нас так много, и много этносов сейчас в Свердловском районе. Я эти две минуты хочу потратить не на само представление. Вы меня можете искать в Фейсбуке, в Ютубе, в Гугле. Забивайте Султанбеков Муратбек. Я номер 3, я врач. 03, раньше скорая, 03 было, вот я 3. Вот. И мне хочется сделать приятное. Завтра, послезавтра уже первый день весны. Поэтому я хочу это приветствие немножко на приятное. Потому что врач, он в первую очередь внимательный. Вот. Поэтому я хочу поздравить наших женщин с наступлением весны, подарить вам подснежники. Они называются подснежники. Ну вот. Наверное, это Жеңишбековна передадит, да? Вот, пожалуйста. Ну и я вас тоже не забыл. Вот. Спасибо большое. Это я вам передам. Кажется, теперь даже я буду вопросом. А, черт.
Все зависит от объединения. Люди должны научиться объединяться. Люди должны научиться заботиться друг о друге. Я очень верю, что сейчас вот у экранов телевизора свердловчане сидят, Свердловский район, там есть мои одноклассники, однокурсники, соседи, друзья. Я родился в этом районе, вырос, живу и дальше буду жить. Вот. Поэтому я очень надеюсь на ваши голоса. Я верю в то, что человек может многое. Он может своим голосом сделать очень многое. Сила слова очень большая. Я не хочу, чтобы на этих выборах люди рефлекторно голосовали, ну, увидев три раза плакат, взяли за него, проголосовали. Нет, вы должны голосовать, глядя себе в глаза, глядя своим детям в глаза, глядя своим родителям в глаза, глядя на солнце и на будущее, и тогда все получится. Само собой, как врач, я всегда болею за то, чтобы инвалиды, пенсионеры, они достойно жили. Я сам врач, еще я изобретатель, я велосипед изобрел, еще и инвалид, ну и еще и просто хороший врач. Спасибо большое, Кристина Валерьевна. Добрый вечер, дорогие кыргызстанцы. Меня зовут Кристина Валерьевна Басевская. Я родилась и выросла в Бишкеке. Здесь моя мама, здесь мой сын. И знаете, самый частый вопрос, который я слышу, это почему я здесь остаюсь. Так вот, я остаюсь здесь, чтобы жить. Я хочу сделать так, чтобы Кыргызстан стал процветающей страной, чтобы вопрос, почему ты здесь осталась, стал бы безумно неуместным. Моя программа создалась не за один день. Дело в том, что долгое время я посвящаю себя помощи Кыргызстану и кыргызстанцам. Я активно участвую во время первой волны пандемии, я помогаю бездомным животным, диким животным. Я как могу, не очень много могу, потому что я одна воспитываю сына, но при помощи мамы. Но, тем не менее, обязательно часть своих средств я трачу на то, чтобы сделать чью-то жизнь чуть-чуть лучше. И однажды мои друзья спросили, а почему бы не попробовать делать это на государственном масштабе? Почему бы не стать не просто рядовым гражданином, который что-то пытается сделать, а стать тем самым лицом, который сможет улучшить жизнь? Ну и вот поэтому я здесь. Наверное, помимо прочего, это еще попытка доказать, что решают все не деньги. Мой коллега или конкурент, как там правильно сказать, отметил, что у него родители не бизнесмены. Так вот у меня тоже. И у меня даже не хватило средств, чтобы организовать большую пиар-акцию. Вся надежда только на ваше сердце и на честные выборы. Угу. У меня осталось еще 43 секунды, да. Я могу продолжить? Да, конечно. Ну что ж, тогда я продолжу. Среди прочего, я хочу сделать поддержку диких животных государственным делом. Сейчас этим занимаются частники и барсы, рыси, которыми страна может гордиться, которые могут привлечь туристов и принести нам инвестиции. Это дело рук таких вот простых граждан, как я. А я хочу, чтобы этим занялось государство. А еще планированием кадров, здоровьем населения, обязательными медосмотрами и поддержкой детей. Я сама мать 7-летнего ребенка и знаю, что на каникулах его занять нечем. Так вот, я хочу, чтобы государство озаботилось детскими лагерями и детством маленьких кыргызстанцев, которые вырастут и помогут сделать страну немного лучше. Ну что ж, осталось 5 секунд. Я желаю всем честной борьбы. Спасибо всем большое. Уважаемые участники, мы тогда начинаем наш первый раунд. Здесь прозвучат вопросы от ведущего. 3 вопроса, на ответы которых вам даются, в общем, 6 минут. Примерно 2 минуты на каждый ответ. И также ответ вы можете давать как на официальном, так и на государственном языках. Анна Мисурма Туатшучилар, без беринчи бөлігі өтсек, мында мен айтқандай, алпарычудан 3-4 болады, жоу перегі жалпысынан 6 минуты қаралған. Мамлекеттік жей расмей тілді өзіңіз қалаған. Жоу берсеңіздер болады. Анда бірінші сұрамды ұзатсам, негізі қайсы мамлекетті болбосын, соттор көз қарандысыз болғанды, ошол өлкөгі инвесторлар көп келетті пайтылатқо. Анан біздің өлкөді болса, ұчырда бұл инвестиция мәселесі көңіл жылытарлық емес. Бұл бағытта ошол сотторды көз қарандысыз қылу бағытында реформалар деле жүріп жатады, соттордың айлықтары деле көтерілді, дағы қандай кескен шараларға бару керек деп ойлойсыздар бұл тармақта. И на официальном языке также повторю мой вопрос. Говорится, вообще, как правило, говорят, что инвесторы выбирают те страны, в которых действует независимая судебная система. Да? В нашей стране текущая система с инвесторами не внушает оптимизма. В этой сфере вроде идут реформы, зарплаты повысились у судей. Какие еще кардинальные меры, по вашему мнению, требует эта отрасль? И на этот раз, Кристина Валерьевна, начнем с вас.
Я думаю, что привлечь инвестиции можно в первую очередь настоящей любовью к своей родине и настоящим патриотизмом. Я некоторое время работала на телеканале «Мир» и ставила своей главной задачей представление Кыргызстана в наилучшем свете. И я не думаю, что все можно положить на закон и на власть. Можно положить в первую очередь какую-то часть на население, на народ. И если мы все вместе постараемся, если мы в соцсетях, среди своих друзей и знакомых будем больше позитивного говорить про нашу страну, то инвесторы начнут оценивать ее как более благонадежную. Но я не совсем понимаю, почему, когда мы говорим про инвестиции, мы имеем в виду всегда за рубеж. Дорогие друзья, инвестиции – это и мы с вами. Мы тоже можем развивать бизнес, мы можем начать с чего-то малого. Мы можем сами попытаться сделать нашу страну чуть лучше и сами стать инвесторами. Я призываю каждого из нас попробовать что-то открыть свое. Пусть маленькое, пусть незначительное, пусть это будет садик или какое-то небольшое дело, но это ведь тоже инвестиции в нашу страну. Спасибо большое, Мұратбек Кеңешбекович. Сотторды толығыменен көз қарансыз қылу үшін қандай шаралар көрілуі керек сіздің пікірде? Мен бұл сұраққа деген кішкене орысша жауап берейін. Дело в том, что никаких инвестиций не будет никогда. Вот. И даже если, скажем так, мы будем делать все возможное от себя, пока суды они не найдут правильную форму своего существования, да, допустим. Для инвестора самое главное – справедливость вообще, справедливость во всем. Инвестиции – это деньги, поэтому в этом отношении пока не будет много судов, никакого, ни о какой, скажем, речи притока инвестиций не может быть. Почему? Потому что, ну, сам вообще, по сути дела, парадокс, когда есть только государственный суд, да, и он рассматривает дела, да, где одной из сторон является представитель государства, но как государство может еще за него быть против или за, допустим, то есть это уже парадокс. Поэтому в мире созданы третейские суды. Вот. И множество вот этих разных судов, допустим, позволяет, скажем так, инвестору судиться в разных городах, в разных странах, например, и искать, например, решение своего вопроса в этих странах. Я не думаю, что, допустим, из Мозамбика инвестор, приехав, например, выиграет суд в Кыргызстане, да, или тоже самое, допустим, вы, поехав в Танзанию, выиграете суд у танзанийцев, это невозможно, поэтому здесь нужны другие институты по судебной реформе. Множество судов, она позволит право выбора делать, понимаете? То есть вот в данном случае даже вот с этим Кумтором мы судимся, хотим там в Канаде или еще что-нибудь. То есть видите, по договору они как-то на международные суды как бы направление взяли, да? То есть это и есть право, там очень большое право, прецедентное право, есть там очень много дифференцированных моментов, поэтому эти суды, они должны вот так как-то рассматриваться. Больше судов, больше справедливости. А если просто один третейский суд в Кыргызстане, и кого-то, который Шамар Алмачиев, по-моему, да, ведет, вот и все. И остальные государственные суды, это не дело. Инвестиций не будет, справедливости не будет. Спасибо большое. Айда Жеңишбековна. Рахмат. Негізі Кыргызстанда ең көз қаранды сіз органдардың бірі мейзам бойынша. Бұл сот тұр. Бірақ ошол әлі статистика ғалайық, мемлекеттік органдардың ішінде ең коррупциялашқан органдардың бірі бұл сот органдары. Бұл парадокс. Емнеге мейзамда барлық құқықтары жазылған, өтті қорғу мәселелері, жоғору денгелде жазылған сотторды қорғау мәселелері. Бір ошол эле учурда бізде соттор ең эле көз қаранды практика жүзінде ең эле коррупциялашқан. Мен ойлойм, жалпы бұл соттордағы жалпы бүгінгі Кыргызстанда болып жатқан коррупцияның деңгейінің бір бөлігі. Соттор арқылуу біз барбыз эле көп мәселені ақырқы инстанцияда чечу үшін барабыз. Біз сотторды қорғойт деп барабыз. А тескерісінше адамдардың ұшу ұқуғын қорғойт деп іздеп барған адамдардың көбі сотторды қордолот. Эмне қылыш керек? Ең бірінші ретте соттордың көз қарандысыздығы менен қошо соттордың жоопкерчилигин дагы көтөрүш керек. Биринчиден. Экинчиден, сот ачык болуш керек. Сот жараяндары ачык болуш керек. Бүгүнкү күнү бардык эле сотто кынтыксыз видео жана аудио система, аудиофиксация иштейт деп айта албайбыз. Анткени биз аны өзүбүз көргөнбүз. Көп учурда өзүбүз сотто болгон процессти видеофиксациясын сапаттуу деңгээлде ала алган эмеспиз.
качан ушул маселе видеофиксация маселери чечилгенде, качан жалпы процесс, соттук процесстер автоматташтырылганда, толугу менен автоматташтырылганда, мына ошондо бир ыраттуу деңгээлге жетебиз деп эсептесек болот. Демек, көп маселелерди, жалпы дээрлик маселелердин бар ушу туура так даана чечилиши соттук реформага көз каранды. Ошон үчүн мамлекетте кайсы бир магистралдык өзгөрүүлөр болуш керек дегенде соттук реформа анын ичинде негизгилердин бири болушу керек. Чоң рахмат, Калыс мырза. Ушул эле суроого жообуңуз. Отвечу на русском. Инвестиции. Для привлечения инвестиций я считаю, что в первую очередь должны быть условия. Условия не только в плане безопасности, в плане гарантии, а условия в целом ведения бизнеса на нашей территории. Инвестиции делятся, в принципе, на два, и есть международные, так и внутренние. Международные инвестиции, даже если у нас получаются какие-то вопросы, какие-то проблемы, есть международный суд, который решает именно этот вопрос. Когда возникает вопрос между гражданином одного государства и другого, сюда включается международный суд. Что относительно внутреннего, то я согласен полностью с тем, то, что сказали до меня, и то, что у нас судебная система, она сильно коррумпированная. Я считаю, что проблема больше в том, что есть вообще человеческое присутствие в механизме. То есть, если бы мы в данном случае максимум постарались бы ввести вот эту вот цифровизацию в судебный процесс, в эту сферу, то я считаю, у нас было бы меньше коррупции именно в данном направлении. Потому что электроника, компьютер – это все равно компьютер. То есть человек, если бы даже он захотел, он не пойдет и не договорится с этим компьютером. Поэтому я считаю, то, что нужно нам максимально развивать именно этот вопрос и это направление. Спасибо. Спасибо большое, Евгения Валерьевна. Как привлечь больше инвесторов? Да, извиняюсь. Я помню вопрос. Но я согласна, как сейчас в идее говорят, и все говорят, но почему-то редко кто исполняет, к сожалению, что перед законом все равны. И независимо от того, гражданином какой страны является человек, и он работает у нас, я думаю, что суды должны выносить справедливое решение, исходя из нашего законодательства. И только тогда и инвесторам тоже будет привлекательна наша страна, потому что судебная ветвь власти, она должна быть независимой, независимой политически, но во всех отношениях должна быть независима. К сожалению, у нас мы этого не видим. И еще бы хотелось сказать, что даже внутренние инвесторы, не то что иностранные инвесторы, внутренние инвесторы, к сожалению, многие вкладывают сейчас, инвестируют не в нашу страну, а за рубежом. Все-таки судебная власть – это тоже лицо государства. И от того, насколько она справедлива, зависит и образ нашей страны. Спасибо всем большое. Тогда следующий вопрос. Кийинки суроого өтсөк, анда мамлекетибиздин борбору, ушу мамлекетибиздин көзгүсү болуп эсептелинген борбор калаабыздын экологиясы акыркы жылдары баарыбыздын жүрөгүбүздө үйгөн эң орчундуу көйгөй болуп жатканы шексиз. Ушундан улам суроо бергим келип жатат. Канткенде биз жашыл экологиялык шаар деген атка кайра кайтабыз. Деги эле ушул мыйзамдык деңгээлде биздин Бишкектин экологиясы корголобу деген суроо. И экология нашей столицы в последние годы стало предметом беспокойства для всех нас. Как восстановить звание «зеленый город», «экологичный город» и вообще охраняется ли экология Бишкека на законодательном уровне? Евгения Григорьевна, ваш черед. Но, к сожалению, начну с не очень приятного. Группой депутатов 6-го созыва мы инициировали закон о чистоте воздуха. Но
люди, которые занимаются продажей бензина, пролоббировали через правительство, а по Конституции, если правительство не дает заключение, закон не принимается. Мы не имеем права принять закон в Жугурку-Кенеше. И очень удивительно, что те люди, которые пролоббировали против этого закона, ведь они тоже живут в нашем городе и также дышат этим воздухом, и их дети дышат этим воздухом, и родные, и близкие. И какие последствия от этого, просто ужасные, потому что я занималась здравоохранением, я знаю, что какие заболевания связаны именно с загрязнением воздуха, ну и другой экологии. И еще хочу сказать, что закон о электромобилях все-таки принят. Какие-то шаги начинают постепенно реализовываться, но, к сожалению, нет стойкого понимания у людей о том, насколько важна экология для нашего здоровья, а значит, если будет хорошее здоровье, мы и для бюджета сэкономим очень много денег. Это большой вопрос, я не буду углубляться в этом. Но вот это. Спасибо большое. Халис Мурза. Вообще, вопрос экологии – это очень большая тема, которая меня тревожит. У меня прямо в программе целое направление посвящено этому. И знаете, сейчас люди сами, то есть мы сами пагубно относимся к нашей экологии, а потом, когда наши дети болеют, вроде маленькие, но начинают болеть такими тяжелыми болезнями, мы удивляемся, почему это они болеют. Правда, очень много причин тому, что у нас плохая экология. И здесь я бы предложил больше бороться с источником данной проблемы. И как законодательный орган, я считаю, то, что самое правильное – это предложить закон, который будет реализован намного быстрее. И в данном случае все мы знаем, то, что Министерству культуры сейчас подчиняется 54 телеканала. Министерство культуры имеет право влиять как-то на контент, который они показывают. И я бы предложил конкретный закон о предоставлении эфирного времени каждым телеканалам в целях освещения вопросов экологии. Да, это долгосрочный, так сказать, проект, потому что этим самым как бы результат мы увидим уже через определенное время. Но я считаю, что результат именно данного закона, он очень хорошо повлияет как на мышление наших людей, которые начнут более бережно относиться к нашей экологии, так и в целом к нашей экологии и даст такой динамичный рост экотуризму в нашей стране. Спасибо большое. Айда Жеңишбековна. Гиппеми жалпы эле экология жөнүндө атпайбы, бирок мен ошонун ичинде Бишкектин экологиясы жөнүндө айтып кетким келет. Себептери. Эмнеде ушундай начар, предельно допустимый баягы нормадан ылдый болуп атканы эмне себептен? Эң биринчиден барыбызга эле баягы секрет эмес, бул өзү ТЭЦ. Экинчиден ТЭЦке кошулбаган үйлөр. Анткени алардын дээрлик көбү көмүр чыгат. Негизи эле көмүрдүн потреблениясы, ушу мен эгерде жаңылышпасам, акыркы жылдары 22% көбөйгөн да көмүрдүн жагуусу. Казалось бы, биз тескерисинче акырында көмүрдүн алысташыбыз керек, бирок биз кайра көмүрдү көбүрөөк жагып атабыз да. Бирок көмүрдү жакканго бир маселе. Экинчи маселе, биз эшикти отапливать этебиз да, жылытабыз да эшикти. Анткени бизде маданият жок. Үйлөрдү утеплять этип, терезелерди утеплять этип деген маданият негизи абдан жакшы бир деңгээлде калыптанып калыш керек да, балким бул атайын мамлекеттик саясат болуш керек болсо. Анан сөзсүз түрдө бул парктар. Бул парктар, билесиздер, көп жылдар бою парктарды биз көбөйтпөй эле тескерисинче аянттарын кыскартып келгенбиз. Мен прокурор болуп турганда ушул ынтымак паркынын бир бөлүгү заправка болушу керек эле, бир чоң заправка болушу керек эле. Бирок менин жеке көзөмөлүм менен ошол жер заправкага берилбей, кийин жакшынакай ынтымак паркы болуп калды да. Ал бир жакшы бөлүгү ошол паркта жайгашкан.
Ушончил меня люблю, меня беринчи адам озюн тарвиаланды уроншь грек бар бизн озюску озюстун тавиатвазга озюстун маданиатвазга байланышты. Сөзсүздүрдө экономикалык маселелер, бирок биз эгерде өзүбүздөн баштасак эле кыйла ушул маселеде, экология маселесинде жылабыз деген мен ишенчтемин. Чоң рахмат, Муратбек Кеңешбекович. Ну, экология в целом по всей планете это большая проблема. Но в большей степени это в Свердловском районе самая большая проблема. Вот. И Свердловский район, жители Свердловского района, это вот как испытуемые. Я как врач могу только одно сказать. Экология в Бишкеке, в Свердловском районе из-за ТЭЦ – это просто рак. Это обыкновенный рак. У вас нет ни одного знакомого, у которого нет знакомого, у которого есть рак. У всех есть рак. Вы обязательно где-нибудь встретите человека, он болел раком, он заболел раком. Это есть частично косвенно, это есть воздействие вот этой экосреды изменения. Поэтому в этом отношении надо здесь не шутить, здесь не надо вот так много разговаривать, а нужно делать и изменять это все. И в мире очень много таких технологий, систем, которые могут менять, вот как отопление, например. Да? Ну а в большей степени нужно культуру изменять, например, да, отношения. Я люблю зеленый город, я люблю тебя город таким зеленым. Вот так нужно философию делать. У нас получается, сакуру посадили, там, например, в парке, а его всю обворовали и к себе домой забрали. Елки посадили, они домой забрали. Так не пойдет. Так мы даже легкие города не создадим. Поэтому легкие города, они обязательно должны быть. Во всех городах есть свои легкие, есть парковые зоны. Это, без этого невозможно. Поэтому здесь по экологии я сразу скажу, одним завозом электромобилей это не решится, потому что это должен быть системный подход. Это не только просто так вот они завезли. Нет, это именно по закону должен быть подход системный по утилизации, по приему, по переработке. Машина она заедет, ладно, а потом с этими батареями что делать, с шинами что делать, например, да? То есть электричество вырабатывается на эти машины, например, да? ГЭС напрягается, ТЭЦ начнет напрягаться, если завести сюда очень много машин, они же тоже заряжаться будут от 220, который вырабатывает ТЭЦ же, правильно, да? То есть это системный подход должен быть, нельзя, например, просто взять. Это как в организме, если ты что-то лечишь, лечишь весь организм. Нельзя просто взять и палец вылечить и радоваться, что он больше не заболеет. Если у тебя болезнь внутри сидит где-то, то нужно системный подход делать, комплексный. Поэтому в этом отношении, я думаю, что с экологией у нас еще долго будет проблема, пока мы не выработаем сознание, отношение к своей стране, любовь. У нас прекрасная страна, горы, вода. Это надо любить, научиться просто любить. И надо сажать. Я, например, посадил, ну вот, 528 елок посадил, 177 берез посадил. Это я у себя на участке взял, это поле в аренду, допустим, да, и вот там я это все сажал. Вот, это вот просто так сажаю. Сельчане удивляются, говорят, а зачем ты так сажаешь? Ну, потому что она тоже должна жить. А кто будет сажать, если не сажать? Швейцария, например, она вся обсажена. Вот поэтому так надо подходить. А так просто заменив одно на другое, например, вместо печки электропечку, например, это не решение вопроса. Культуру надо поднимать. А Свердловскому району надо думать, болеть раком нам или не болеть. Этот вопрос надо решать. Спасибо большое, Кристина Валерьевна. Экология в Бишкеке оставляет желать лучшего. Здесь даже можно не смотреть на показатели, а достаточно посмотреть на то, как люди дышат. У меня мама астматика, она по половине города передвигаться не может. Если еще в верхах более-менее ситуация, там, где Джебек Джулуфучик, Первомайский район, Свердловский, там вообще кошмар. И я думаю, что решить ситуацию можно при помощи, первое, у меня это есть в программе высадки зеленых насаждений, но мало сажать, вы правы, их действительно очень быстро уничтожают. Я предлагаю увеличить наказание за уничтожение деревьев, за вырубку лесов, за нецелевое освобождение земель от насаждений. Также я предлагаю ужесточить наказание за сжигание мусора и выброс его в неположенных местах. Мне кажется, если начать с этого, то уже можно потом и сажать. Кстати, у нас совершенно пустые склоны. И еще один из пунктов моей программы – это предложение высадить на склонах деревья. Потому что, во-первых, тогда будет задерживаться снег, тогда у нас будет более мягкий климат, тогда у нас будут более снежные зимы, и тогда нам будет легче дышать. Ну и третье мое предложение, оно тоже есть в программе – поговорить со специалистами, хотя я знаю точно, что Евгения Григорьевна со мной не согласна, и организовать ряд малых ГЭС на реках республики. У нас же очень много речек, они горные, они активные, я думаю, вполне можно... Я не согласна.
Вот, я думаю, что если мы организуем ряд малых ГЭС, то у нас появится возможность, например, обеспечить население не печным отоплением, а электрическим, либо каким-то другим вариантом более экологичного вида топлива. Ну и тогда уже вопрос будет потихоньку решаться. А насчет просвещения, ну, когда я работала на телеканале, мы сделали порядка 10 сюжетов и воспитывающих население, и рассказывающих о проблемах. Не знаю, как это повлияло, особой разницы за 5 лет я не заметила. Спасибо большое. И последний мой вопрос. Так как вы баллотируетесь от одномандатного округа, я думаю, будет правильно задать этот вопрос. Вопрос на самом деле очень простой, но важный, особенно для ваших избирателей. Каковы, по вашему мнению, основные проблемы Свердловского района и отдельной части Октябрьского района? Да? И указали ли вы в своих предвыборных программах пути их решения? И бир мандат округ танчыгып жаткандан кийин ушул суроону берсек туура деп ойлойм. Ушу сиздер аттанып жаткан Свердлов районундагы эң орчундуу көйгөйлөр кайсы деп белгилейсиздер жана аларды чечүүнүн жолдорун ошо өзүңүздөрдүн шайлоо алдындагы программаңыздарды көрсөттүңүздөрбү? Мы в тот раз начинали с Евгении Григорьевны. Кристина Валерьевна, с вас. Ну, вероятно, я вынуждена буду принести извинения перед жителями Свердловского района, потому что я не думала отдельно про район. Я пыталась продумать программу, которая будет полезна для каждого жителя отдельно, каждого жителя Кыргызстана и всей страны в целом. Поэтому, к сожалению, нет проблемы Свердловского района. У меня не продумано, но зато продумана, например, безопасность медиков. Я предлагаю ужесточить наказание за нападение, потому что случаи нападения на медработников, они увеличились, из-за чего многие медработники уходят с работы. И я думаю, это важно и для Свердловского района в том числе, потому что если все медики уйдут, нас некому будут лечить ни в одном из районов. Особенно психотерапевтам опасно. Не только, скорая помощь тоже страдает. И да, я вот все-таки извиняюсь, Свердловский район отдельно не подумала про жителей. Спасибо большое, Мұратбек Енишбекович. Ну, есть очень большие системные проблемы, например, да, но мне больше интересует проблема людей. Вот. Жизнь, она дана один раз, и, скажем так, она так коротка. У некоторых людей она может очень быстро пройти из-за болезней и тому подобное. Меня больше беспокоят пенсионеры, инвалиды. Вот эти люди меня больше беспокоят, потому что это есть основная проблема. Им некуда деваться, они брошены, они забыты. Вот, они живут в этих квартирках, им негде погулять, им негде, скажем так, себя обеспечить. Вот это основная проблема. Если, например, решить проблему с этими людьми, а это же не просто пенсионеры, это же не просто вот так забытые люди. Да? Это люди, в которых есть целый опыт, знания. Это люди, которые видели прошлое, это люди, которые построили наше сегодняшнее, настоящее. Если этим людям помочь, они стопроцентно могут нам подсказать и тот путь, как решать и тому подобное, потому что они прошли войну и тому подобное. То есть они знают решение многих проблем. Поэтому нельзя, например, так однобоко подходить. Само собой, да, конечно, можно решить, например, проблему с тем, чтобы заменить его на альтернативное, на каждому дому, например, альтернативную энергетику поставить, солнечные панели и тому подобное. И ТЭЦ вообще убрать, допустим, да, у нас гидроэнергетический потенциал, он 15 миллиардов киловатт-часов выработка идет, да, а потребность Бишкека, допустим, там, ну, я не знаю, ну, 10. Спасибо большое. Ваше время уже завершено. Айда Жеңишбековна. Рахмат. Мен жана айткандай, мен программамда 3 чоң глобалдуу маселе бар. Бул жакырлык менен жакырлыктын деңгээлин кыскартуу, бул билим берүү, бул коррупция менен күрөшүү. Эмне үчүн ушул 3 маселе? Анткени бул маселелер чечиле баштаса, мультипликациялык эффект болот. Башка майда барат маселелер, особенно бул шаарда болобу, айылда болобу, райондордо болобу, бул маселелер өзлөрүнөн өзлөрү чечилет. Эмне үчүн чечилет? Кандай маселелер чечилет? Мисалы, Свердлов районунда 265 километр бар жолдор. Ушунун жарымын көбү асфальтталган эмес. А эгерде могу жарык точкаларын ала турган болсок, ошол жарык точкалардын жалпы деңгээлинин ар бир төртүнчүсү иштебейт. Бул эмнеге алып келет? Мисалы, кылмыштуулук алып келет. Свердлов районунун ичинде ушу башка райондорго салыштырмалуу Свердлов району биринчи орунда турат кылмыштуулук боюнча. Ал, конечно же, жанагы свет жок болсо караңгы болуп атканда кылмышкерлерге ыңгайлуу жагдай түзүлөт. Демек, ушуга окшогон маселелер, ирригация маселеси, канализация маселеси, Свердлов районунда толтура ушундай маселелер, ушул маселелердин баары жалпы улуттук масштабтагы маселелер. Чоң рахмат, Калыс мырза. Айда Жеңишбекова менен кошулам. Негизи мен 7 февралдан баштап үгүт иштери башталганда тетиги учкундан баштап үй кыдырып келдим.
ар бир үйгө кирип, ар бир жаран менен сүйлөшүп, таанышып. Анан ишенесиңерби? Биринчиден бул мындай бир көйгөй бар. Бүт эле жалгыз ошол райондор эмес, бүт эле Бишкек боюнча көйгөйлөр мындай окшош. Бул баягы эле жол маселеси, баягы эле канализация маселеси, документтерди ала алышпайт. Анан мисалы үчүн эгерде даже жарандар өзүлөрү чогулуп, акча чогултуп, свет койдурса, өкмөт аны счетка албай, светти күйгүзбөй турат. Ошондой учурлар да бар экен. Анын баары менен сүйлөшүп, таанышып, элдер менен көрүп билген. Бирок мен ойлойм, бул негизи система туура эмес иштегендигин билдирет. Мен ойлойм, мисалы үчүн биз азыр бир мандаттуу округдан чыгып атабыз. Свердлов округдан мына биз баарыбыз талапкерлердин баары ошол аттанып, ошол жактан бир депутат чыгат. Ошол депутат ошол округдун көйгөйлөрүн чечиш керек негизи. Ошол округдун жогорку кеңеште, парламентте өкүлү болуш керек. Ошол жактан кандай көйгөйлөр бар, ошолорду парламенттен трибунадан туруп сүйлөп, бүт ошол райондогу жарандардын, тургундардын кызыкчылыгын коргош керек. Эң эле алгачкы ошол райондон чыгып аткандан кийинчи. Анан экинчиси, мен адамдардын баары менен сүйлөшүп жүрүп бир нерсени түшүндүм. Ушул күнгө чейин ушунча көп адам, ушунча көп талапкерлер канча жылдан бери келип, буну кылабыз, тигини кылабыз деп туруп, жок болуп кетип атышат. Мен ойлойм, эң алгачкы көйгөй азыр, эң алгачкы көйгөй бул ошол эл өкүлдөрү, депутаттары эл менен биргеликте эмес. Эл менен чогуу иш алып барбай эле. Ар бир көйгөйдү эл менен чогуу биргеликте чечсе болот. Бүт райондо. Эгерде ошол райондун, ошол округдун депутаты эл менен чогуу болуп жүрсө. Ошондуктан мен ойлойм, негизи жол салган, канализация койгон бул өкмөттүн иши. Депутат болсо мыйзам чыгаруу орган катары туура мыйзамдарды чыгарыш керек. Жана ошол элдердин көйгөйлөрүн трибунадан сүйлөп, ачыкка чыгарып, анткени өзүңүздөр билесиздер, бизде өкмөттө ушунчалык бюрократия сиңип алган азыр. Чоң рахмат, Евгения Григорьевна. Ну, я знакома с проблемами Свердловского района, потому что я занималась ими еще и в 6-м созыве. Я уже говорила, что это Токульдош, Кузнечная крепость, где у людей нету до сих пор красных книг, хотя они проживают уже там в 4-м поколении. Также Восток 5, дом 13, там общежития, которые выдали как очередникам квартиры, а записали как служебное жилье. Большая проблема. То же самое с общежитием железнодорожников, канализация в Красном строителе, то, что вот я точно знаю. Но наше дело не только там пойти и самим делать эту канализацию, а помочь людям с документацией, с правильным оформлением и, конечно, взаимодействовать с муниципалитетом и городским кинешем. Конечно же, мое приоритетное направление – это образование, здравоохранение, социальные проблемы, ЛОВЗ, культура. Но заниматься в рамках одного района этими вопросами просто не получится. Образование – это значит образование всей страны. Мы же депутаты Джугурку-Кинеша, мы политический орган. И поэтому я думаю, что если я вновь попаду в парламент, мне будет легче быстро начать работу, и я справлюсь со многими поставленными задачами. И, конечно же, в приоритете будут обращения жителей Свердловского района, так как я буду представлять депутат одномандатник от Свердловского района. Спасибо большое. И давайте посмотрим на экран. У Кристины Валерьевны и Евгении Григорьевны осталось еще время, так как это время, отведенное вами законом, давайте позволим вам использовать его до конца. Может быть, на какой-то вопрос вы не до конца ответили для укрепления своей позиции. И, Кристина Валерьевна, у вас 2,5 минуты.
Можно, да, начинать? Я не до конца ответила на первый вопрос. Я еще хотела попросить возможность договорить, потому что, когда мы говорим про инвесторов, я думаю, что можно их попробовать еще растить. Если мы начнем в школе преподавать финансовую грамотность, если мы научим детей покупать акции, вкладывать деньги, инвестировать их в банки в том числе, то, во-первых, мы вырастим сильное поколение хороших инвесторов, мы педалируем таким образом экономику, мы поможем развиваться предприятиям отечественным, если начнут покупать акции, и мы поможем стране не искать инвестора за рубежом. Мы сами его вырастим, мы сами будем своими инвесторами. И сейчас финансовой грамотностью школьников никто не занимается, кроме фонда. Фондовой бирже. А можно попробовать это сделать уроком, частью экономики. Если мы научим детей правильно откладывать, правильно вкладывать, то мы не будем нуждаться в зарубежных инвесторах. И еще хотелось дополнить, что акцент на суды и на разборки мне кажется странным, потому что стоит, по-моему, заранее организовать работу так, чтобы до судов не доходило и не портить имидж, а попытаться благоприятно влиять. А для этого, опять-таки, надо научить самих инвестировать, потому что у нас очень плохое отношение к инвестициям. Мы либо думаем, что сейчас все придут и дадут нам денег, либо мы относимся так, что кто-то пришел забрать что-то наше и немного нам за это заплатил. А когда мы начнем растить инвесторов, мы поменяем отношение к инвесторам. И тогда и до судов доходить не надо будет. Вот, у меня еще минута осталась. Годы тренировки. Можно я ее уже оставлю? Да, 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 ваше право. Евгения Григорьевна. Я не успела сказать, что у меня еще есть закон, который нужно завершить как по здоровому питанию школьников, так же и закон по образованию, который мы разрабатывали вместе с преподавателями, педагогами, родителями, чтобы он отвечал требованиям всех и, самое главное, именно, чтобы было улучшено само образование. Вот. И еще у меня основная задача, у педагогов есть свой пансионат, я хочу добиться, чтобы у медиков тоже был свой пансионат, и нужно проследить, чтобы эти путевки уходили по назначению, а не только определенные верхушки. Так что чем заняться есть, и я прошу, чтобы все избиратели воспринимали депутатов Джугурку-Кенеша как представителей ваших в этом органе, в Джугурку-Кенеше, а не просто как будто отдельный чиновник. Мы не чиновники, мы такой же народ, мы ваши представители, и вы всегда напрямую можете обратиться к нам. Ждем вас на выборах. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые кандидаты. Мы тогда переходим во второй раунд. Здесь вы можете задавать вопросы друг другу. Вопросы можно задавать как адресно, да, так и в общем порядке, как и прежде, на официальном, либо на государственных языках. Андамис Урмату Талапкерлер, экинчи раунд койцок, был раунд на алкагында дағы сетерге алтым тудан берлет. Берберіңіздерге сұру бері үшін қаралған бұл бөлік. Сұруыны жеке мүнізді, жолбосы жалпы мүнізді да берсеңіздер болды. Ескертеге тежағдай, сіздер сұрау беріп жатқан уақыттағы жалпы 6 минутадан кемтіледі. Антықтан сұрауындағы болшынша қысқа жана нұсқа бергенге әрекет қылсаңыздар. Евгения Григорьевна просит середины. Да, Айда Денишбековна, давайте тогда начнем с вас. Исполняется. Барыздар, барыз жақшы білес. Жоғарғы кеңеш бұл ең бірінші ретте мұйзам чығарушы орган. И менен сұрауымындай. Бір ақылды адам айтқан екен, адам кем екенін ал көтерген мәселелердің деңгейін білсе болады депчи. Анысығандай менің сұрауым шындай, егер де Құдайым бұйырса депутат болып шайланып қалсаңыздар, ең бірінші жаза тұрған мызаңыздар қайсы болады? Первый ваш законопроект, который вы предложите в случае избрания депутатом Жогорку-Кенеш. Да? Это общий вопрос, да, как я поняла? Да. Так, Мұратбек Кенешбекович, сізден баштайлығанды, екі четтен баштайлығанды.
Ну, первый законопроект, который мной будет предложен, я конкретно сейчас не могу же сказать, какой закон я предложу, так как я еще и не законотворец в этом отношении, но я сразу подниму этот вопрос, который есть в бардаке в этом пенсионном. То есть вот это оно должно быть самым первым. Сейчас очень большой бардак в пенсионном это вопросе, и там необходимы кардинальные законы, нужно будет вырабатывать, которые позволяют, например, разобраться. У людей очень большая паника, почему я вон там работаю столько-то лет, и пенсия у меня такая, почему этот человек столько-то, и вот такой-то у меня размер пенсии, да, допустим. Помимо этого, я, конечно, законопроект большое внимание обратил бы на образование, допустим, сейчас общество, честно сказать, из-за того, что очень сильно открыто вот это все, доступность информации разной, без фильтра, это интернет, YouTube и тому подобное, то есть происходит немножко деградация молодого поколения, да, допустим, да, ну я вам сразу вот в эфир могу сказать, мало кто может из ребят перечислить, например, «Семь чудес света». Вот, а в наше время это было как бы базовое, да, допустим, да, чтобы это знать, например. Ну, сколько континентов и чем они отличаются от, скажем так, материков, да? Их одинаковое количество или нет. Видите, вот эти базовые понятия пока не внедрятся, допустим, в сознание людей. Да? Невозможно думать о продуцировании в каком-то правильном законе или еще что-нибудь. Человек должен научиться сперва писать, читать, понимать, что он пишет и читает, допустим, а потом уже что-то такое-то делать. Да? Поэтому в этом отношении мой первый закон будет больше направлен на вот такие национальные ценности, да? Например, как образование, допустим, да? Защита вот этих пожилых инвалидов и старых людей. Ну, это инвалид, это же не просто, допустим, человек, который вот инвалид. Нет, он может в аварии получить инвалидность, он может в природах получить инвалидность. Это нормально, здоровый человек может быть инвалидом. Поэтому я тоже вот инвалид, но никто не знает, по какой части я инвалид. Вот, поэтому, видите, эти люди незащищенные. Вот этот первый закон, он должен защищать жизнь этих людей, не только этих, а вообще в целом жизнь. Безопасность человека должна быть самая первая. А потом его жизненная самодостаточность, чтобы он не существовал, а жил, понимаете? То есть вот в этом отношении очень важно, чтобы вот каждый из вас знал, что будет завтра. У меня в программе все это четко описано. Вот. Поэтому в этом отношении вот мои первые законы будут направлены на вот это. Спасибо большое, Кристина Валерьевна. Я бы хотела, я не знаю, как это правильно сформулировать в рамках законодательства, но я бы хотела ввести обязательный медосмотр для населения и особое внимание в нем уделить мужской части населения, несмотря на то, что я женщина, и да, я очень забочусь и о женщинах, и о детях, но дело в том, что если женщины и дети еще хоть как-то за собой следят, то у мужчин не принято проходить медосмотр, сдавать общие анализы, и в первую очередь я бы занялась обязательным здоровьем населения. Раньше были медосмотры, без них не брали на работу, сейчас многие предприятия не проводят тот же рентген и так далее. Между тем, у нас молодеет рак. Если мы не займемся населением, если мы не сделаем здоровье обязательным пунктом, то никто не будет служить в армии, не для кого будет развивать экономику, и некому будет высаживать лес и кататься на электромобилях. Поэтому первый мой закон будет касаться обязательного медосмотра. Возможно, для школьников, я знаю, он есть, но он частичный, для студентов только при поступлении. Как только человек вырастает, государству, в принципе, все равно. И я бы все-таки сделала это большой заботой государства, обязательно при принятии, например, на работу и ежеквартально или полугодично, не знаю, может быть, медик подскажет, как часто, ну, хотя бы раз в полгода проводить обязательный медосмотр. Это будет первое, чем я займусь. Спасибо большое. Халс Мурза. Как раз-таки большая проблема, мне кажется, из-за того, что в Жогорку Кенеш попадают не законотворцы, потому что, по сути говоря, Жогорку Кенеш – это законодательный орган, и основной ее функцией является создание законов, чтобы решать глобальные проблемы нашей страны. И я бы начал свою деятельность именно с вопросов образования. Потому что все мы понимаем, то, что образование – это основа, это фундамент, который определяет, какие кадры будут в последующем у нас работать в госструктурах и какие важные решения они будут принимать, да, грубо говоря. Вот. И, к сожалению, систему образования, все согласны, что система образования у нас устаревшая, и вот так за раз поменять нашу систему образования полностью не получится. Но я предлагаю конкретный закон, чтобы сделать ее более эффективной. К примеру, я предлагаю ввести практикоориентированный учебный процесс. Это означает, что каждый студент при поступлении в ВУЗ, он получает специальный дневник, и в период обучения он проходит практику. И каждый раз, когда он проходит практику, он получает баллы,
которые в последующем суммируются, и при окончании университета совместно с дипломом он получает специальный сертификат, который означает, что этот студент имеет базовый опыт в той или иной сфере, что поможет студенту при том, когда он будет устраиваться на работу, также и работодателю, который может определить, имеет ли этот студент опыт в той или иной сфере. Спасибо. Спасибо большое. Евгения Григорьевна. Я хочу начать с того, что основной и не менее важной, а может быть более важной задачей и функцией Жогорку Кенеши является контролирующая функция, потому что законодательные инициативы у нас сейчас настолько многие в этом как бы и прокуратура, и все, очень многие обладают законодательной инициативой. А вот контролирующая, чтобы исполнить закон, чтобы привести его в действие, вот это очень важен, это важный момент. Что касается меня, я вот согласна с Кристиной Басевской. Я поднимала тоже данный вопрос. Это очень важный вопрос, потому что профилактика – это то, на что мы должны выделять деньги в здравоохранение в основном, потому что потом мы на этом выиграем, когда люди у нас будут здоровы, а не тратить потом миллионы на лечение каких-то заболеваний. И поэтому основное, вот первое, что это завершить свои законопроекты и плюс еще сделать программу государственную по гепатиту. Это очень важный момент. И еще закон о трансжирах. Это тоже что касается здоровья наших граждан. Вот. Спасибо большое. Айта Джинишпекна, если вы желаете, вы можете дать комментарий на свой же вопрос и ответить. Рахмат. Барыңыздарға чоң рахмат. Жауаптарыңыздар үшін. Мен өзім, мен сұрау беріп жатқаннан кейін, мен өзім қандай мызамдыл орын сұнышты айтылым. Біріншіден, үч мәселе ойынша, образование, борьба с коррупцией, жақырлықты қысқарту үші бойынша, бардық мәселелер бойынша мен мызам долбоорлорун же болбосо жогорку кеңештин токтомдорун сунуштайм. Буйруса шайланып калсам, бул бир. Экинчиден, кайсы маселени мен сунуштамакмын? Бүгүнкү күнү мен ойлойм, эң негизги, эң орчундуу маселе бул чек ара маселеси. Кыргызстандын негизи өлкөнүн суверенитетинен өйдү. Нерсе жок деп эсептейм. Биз качан ушу чек арада конфликт болгондо гана бардыгына даяр болуп, баарыбыз бир күчкө топтолгонго аракет кылып калабыз, а тынч болуп калса биз ал маселени унутуп калабыз да. Мен сунуштайын дегеним ушу кантип чек араны күчөтсөк болот, кантип аны укреплять этсек болот. Бүгүнкү күнү негизи эми көп экономикалык маселелерибиз аксап атат, бирок акыркы ушу пандемиядан кийин азыр жаңы экономика оживление башталды деген экономисттердин айтымдары бар. Мен буга абдан кубанам. Бирок чоң мегапроекттердин бир мега идеялардын үстүнөн иштеш үчүн мамлекетте бүгүн акча жок. Кантип ушул маселени чечсе болот, анткени чек ара маселеси барып келип эле каражатка такалат. Биринчиден мен бир мыйзам долбоорун сунуштайт элем, бирок ал сөзсүз түрдө коомдук талкуудан өтүшү керек. Анан качан жалпы эл ошону колдогондо, ошондо мыйзам кылып киргизип, анан баягы парламенттен өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Кандай ой? Биринчиден ошол жака чек арага, чек ара мен чектеш айылдарга туруктуу эл алып барыш керек. Кантип алып барсак болот? Бекер же болбосо баягы доступный жилье болуш керек да, ал жака биринчи туруктуу эл барыш керек. А кандай алып барсак, ал үчүн атайын бир урбанический чоң проект болуш керек. Качан эл барганда аяка биринчиден инвестиционный режим да болуш керек, атайын налог каникул болуш керек. А инвесторду биз сырткы инвесторго надежда кыла албайбыз, анткени ал андай жака келбейт. Демек ички инвесторго биз баягы умтулушубуз керек да. Эми кандай кылсак болот, ошол акчаны кандай алып келсек болот? Бир жолу бар. Бул эгерде мамлекет атайын займдарды чыгарса. Ал займдарды акчалуулар, мисалы үчүн Кыргызстан ичинде дагы, сыртта дагы биздин азаматтарыбыз бар, жардам берет элек деген. Эгерде
ошолор мамлекеттен бекер бербей, ошо займды берсе, бирок ал займдар 5% долгосрочный болсо и добровольный. Ушу үч принципке негизделген займдар болсо деп айтамдан. Кени согуш убагында деле ушу президент Рузвельт өзү биринчи займды сатып алып, ошондой эле Садыр Жапаров тагы сатып алса болот, ал займдарды биринчи сатып алып, анан эл сатып алып, анан чоң мегапроекттер жасаса болот. Мен ошондой шаарды курууну, ошондой жол менен курууну сунуштайт элем. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки суроого өтсөк. Мұратбек Кеңешбекович, сіздің оппоненттеріңізге сұрағыңыз. Мне немножко жесткие вопросы мешают задавать клятва Гиппократа, там написано «не навреди», вот, поэтому я постараюсь такие вопросы задать, можно потому адресно, что да, у каждого порядке? В программе все написано, и каждый может почитать принцип, поэтому мне на этих дебатах больше хочется обратить на другие вопросы, да. Вот у вас в программе я смотрел про, ну, животные – это тоже часть нашего мира, да, то есть очень много используется животных в психотерапии, например, да, вот конные, вот есть это у нас, как там, куда водят ДЦП больных, например, собаки, дельфины, допустим, да. Вот что бы вы сделали бы для инвалидов, если бы, например, вот, вот существенное, конкретное, связанное с животными и инвалидами? Ну, в первую очередь, я просто не совсем понимаю, насколько, ну, какие именно имеются в виду инвалидные группы, потому что есть же в части, например, психиатрия, инвалидизация, и есть вот ДЦП, такое, да? Это, допустим, ДЦП возьмем, да, узкий круг. Окей, можно сделать государственную конюшню, где будут педагоги, которые будут заниматься с детьми. Мы также можем сделать посещение детей бесплатным за счет государства, зоопарка, потому что если дети, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, при взаимодействии с животными у них снижается неврозность, у них снижается тревожность. Мы можем попробовать открыть какой-то государственный питомник, например, кошачий или собачий, можно продумать эти вопросы. И опять-таки при помощи взаимодействия игрового, в том числе, это должны быть дрессированные безопасные животные, можно попробовать помочь детям снизить какие-то стрессовые моменты. Хорошо. Следующий ваш вопрос. Нет, нет, вам каждому отдельно вопрос. К вам вот такой вопрос. Насколько вы себя чувствуете в себе, что Свердловский район для вас родной район? Айда Джинишбековна, я прошу прощения, у вас всего около 2 минут. Я предполагаю, что и другие ваши оппоненты хотят задать вам вопрос, поэтому максимальная просьба коротко ответить. Свердловский район для меня вообще Бишкек родной город, потому что я много лет здесь живу. Я становилась здесь как человек, как специалист, как мама, как супруга. И мои дети, дочка училась в 12-й школе, сын закончил учебу в 5-й гимназии. То есть это, эти школы находятся в Свердловском районе. Я сама жила около 20 лет на территории Свердловского района, в Бахайте, кстати, в новостройке. И поэтому для меня это очень близкий, родной район. Значит, мы родственники. Спасибо большое. Получается. И следующий ваш вопрос, Мурат Бекенович. Так. К вам вот такой вопрос. Ну, вы идете в законодательный орган, по сути дела. То есть у вас должны какие-то базовые понятия быть же, допустим. Ну, хотя бы. Вот и из каких частей вообще состоит пенсия? Вот отчисления вот эти, чтобы образовался этот пенсия, пенсионный фонд? Ну, смотрите, получается, пенсия – это вообще идет от отчислений самого налога с физических лиц и с оплаты налога на соцфонд. То есть каждый гражданин, который работает всю жизнь, он оплачивает все эти налоги, которые идут в бюджет, которые также вот в последующем формируют пенсию этого человека. Спасибо большое. И вопрос Евгении Григорьевне. Так, как тетя Валя, так задать вам вопрос. Вот. Вы уже были депутатом, вот, и сейчас повторно идете депутатом, так как вас попросили ваши избиратели, ну, завершить какие-то дела или еще что-нибудь такое. Вот.
Если вы не завершите в этот раз, вы еще дальше пойдете, если они еще раз попросят? Ну, я надеюсь, что я завершу в этот раз. Ну, завершить все невозможно, но надеюсь, найдутся люди, которые потом завершат какие-то мои инициативы. Потому что Жогорку Кенеш — это коллективный орган. И если даже вы один инициируете что-то, и вы будете 100 раз правы, но если вас не поддержат коллеги, то вы все равно это не сможете продвинуть. К сожалению, это так. Поэтому, несмотря на то, что Жогорку Кенеш коллективный орган, но все-таки каждый идет со своими инициативами. И там нужно тоже уметь договариваться. Хорошо. Спасибо большое. И черед у Кристины Валерьевны задать вопрос оппонентам. Евгения Григорьевна, начну с вас. Когда я стану депутатом, если я стану, я хочу ввести новую систему оценки работы педагогов и предоставления поощрения в зависимости от достижения их учеников. Ну, то есть, например, если у педагога есть несколько учеников, которые выиграли олимпиаду или взяли высшие баллы по ОРТ, то, возможно, ему получится повысить там оклад, выдать премию и так далее. Насколько это реализуемо? Вы же работали в этой системе? Да, ну, есть КТУ. По крайней мере, вот это раньше было КТУ, которое вот именно за коэффициент трудового участия. Но, Кристина, можно просто обратиться? Как твоя мама тоже учитель, я знаю, да? И есть такие моменты, когда не все зависит от учителя. Зависит еще от подбора детей. Я не говорю, все дети хорошие, но потенциал у всех разный. И не всегда получается, учитель виноват или там он именно благодаря только ему идут какие-то успехи. Это вот я из личного опыта, когда ведешь два одинаковых класса по возрасту, но результаты будут совершенно разные, несмотря на один подход. Но вообще это, конечно, здорово, и КТУ, к нему нужно изменить немножко подход, чтобы он был реальный, а не так часто уравниловка. То, что сейчас уравниловка, это тоже понятно почему. Потому что у нас, несмотря на повышение заработной платы, она все равно остается, ну, мягко говоря, недостойной этого труда. И вот поэтому у меня возник вопрос стимулирования работы педагогов, чтобы хотелось учить. Она как бы есть, но ее нужно дальше продумывать. Но, к сожалению, хочу вот сказать, инициировать законы можно, но под каждый закон нужен источник финансирования. Но, к сожалению, не всегда его можно изыскать. И многие хорошие инициативы так и остаются только инициативами. Спасибо большое. Кылыс, у меня вопрос к вам. А где вы учились в университет? Крымская государственная юридическая академия. Дело в том, что просто вы предложили вести обязательную практику, но она есть в университетах, так же, как и дневники практики, и потом в дипломах выставляется количество пройденных часов. И в связи с этим у меня есть вопрос. Я предлагаю одним из пунктов своей программы назначить обязательное распределение бюджетников по окончанию вуза на рабочие места. Вам не кажется, что тогда, может быть, вашу идею стоит усовершенствовать и сделать обязательную практику в тех местах, которые выгодны государству? То есть, если ты учишься на бюджете, то ты практику проходишь именно вот в этой областной больнице, там, ну, соответственно, по основным специальностям. Ну, смотрите, в принципе, если в целом говорить, такое тоже есть. Но проблема в том, то, что это не работает. И также не работает то, что прописано в дипломе. Почему? Потому что люди просто не обращают на это внимания. Это не работает. И почему я говорю практикоориентированный учебный процесс, почему я говорю, что нужно выдавать сертификаты, это потому что это придает ему новую такую силу юридическую, которая уже более ощутимо повлияет на те или иные вопросы. А то, что сейчас в дипломе у нас есть и так далее, это, считайте, де юра это есть, де факто это не работает. А у вас будет работать? Можно чуть-чуть добавить, если это возможно? Просто на этот вопрос. Если Кристина Валерьевна желает задать этот же вопрос Евгении Григорьевне? Нет, я хочу чуть-чуть добавить. Просто идеи прекрасные, но у нас, прежде чем вот это все воплотить, нам нужно создать трудовой рынок, иначе замечательные специальности, все, ну, почему уезжают за границу мигрантами? Потому что негде работать. И поэтому пока мы не создадим трудовой рынок, реализовать это, ну, будет, ну, практически
невозможно. Спасибо большое. Про рынок, я же говорила, один из пунктов программы, государство должно планировать, какие кадры нужны, и уже, соответственно, им набирать, потому что у нас же сейчас нет совершенно оценки. У нас то перенасыщение, то дефицит, то все юристы, психологи, то некому двор подмести. Потому что у нас нигде работы. И, Кристина Валерьевна, следующий ваш вопрос. А это, извиняюсь, если такая грустная тема, но если не ошибаюсь, у вас же судимость была. Вы как-то решили этот вопрос? Если бы этот вопрос не был бы решен, Центр избирком не дал бы мне зарегистрироваться. Но, как вы видите, я зарегистрирована и стою рядом с вами. То есть, получается, вас невинно осудили или вы погасили судимость? В прошлом году, в позапрошлом, в году состоялось судебное решение, где те решения судов, которые были против меня, они были отменены. И, соответственно, вместе с ними судимость. Поэтому переживайте. Я поздравляю вас. Спасибо. И да, у меня к вам вопрос. Вы говорили про пенсионеров. У меня один из пунктов программы, я не помню, его поместили или нет, потому что не все поместилось в печать, была идея объединить детский дом и дом престарелых, потому что и там не хватает любви и ласки. В одном месте есть очень много любви, которую некому дать, в другом месте есть потребность. На ваш взгляд, эта идея хорошая, и будет ли она на практике применимо? Знаете, это, конечно, хорошо, когда объединяется, эта синхронизация идет. Почему старики или старые люди любят маленьких детей? Да, потому что они такие же медлительные в каком-то отношении, такие же неуклюжие. Ну и как бы они терпеливые, и оба, скажем так, обидчивые в некоторых вопросах, и снова, допустим. То есть там очень много точек соприкосновения. Да? В этом отношении, знаете, мне нравится, мы вообще приняли, страна приняла конвенцию об инвалидах. Вот. И там была очень хорошая эта программа, разработанная страной, но она забуксовала, она сейчас не двигается. Это тоже будет одним из моих таких приоритетов, когда я, если вдруг стану депутатом. Это доступная страна, там очень много уделено внимания именно вот этой части инвалидам, да, вот, и как детей, так и взрослых, вроде такого. Там целый комплекс это мероприятий по их увлеченности, заинтересованности или там вовлечения в тот или иной процесс, вроде такого. Сама идея вот это именно пожилых людей с детками, здесь нужен немножко по-другой подход, который нужно брать из зарубежных стран, которые имеют огромный опыт. Почему? Почему? Потому что психология детей, она очень сильно отличается от психологии. Они более утомляемые, допустим, пожилые люди, а эти нет, допустим. Да, видите, здесь очень четко нужно выстраивать методику. Ну, там очень много тонких вопросов. Поэтому здесь нужно более системно подходить. А вот эта программа «Доступная страна», она, кстати, она это очень многие вопросы решает. Вот, при том, что это мы с ООН эту конвенцию подписывали. Видите, ну, она чуть-чуть забылась. Министерство, оно делает что-то, но, наверное, может, недопонимает. Спасибо большое. И Евгения Григорьевна, ваш черед задавать вопросы. Вот я хочу нашему уважаемому доктору задать вопрос и сказать, что она буксует, эта конвенция подписанная, потому что тоже нет источника финансирования на все. Вот. И я читала вашу программу, ну вот действительно, прям как мантра. Я вот так вот расслабилась просто, думаю, да, вот мне понравилось. Единственное, у меня вот возник вопрос. В своей программе вы говорите о доступном жилье молодым семьям, работающим на благо общества. И вот вопрос, по каким критериям вы различаете молодые семьи, работающие на благо общества? И в то же время вы говорите о пожилых людях, то, что мы их забыли. А вот я говорила, что есть районы, да, у которых проблема с жильем, и там большинство люди уже такие предпенсионного, пенсионного возраста, ну, уже далеко за 40 даже. А им так и остаться без жилья, или чтобы их вы или, например, из общежития, и у нас увеличилось людей без определенного места жительства. Спасибо большое. Ну, вообще, проблему жилья, например, там очень много способов решения. Вот среди даже наших кандидатов есть некоторые, которые предлагают там это кооперативное там, построение жилья и там различные системы, структуры. Да? А есть еще другие пути, например, вот, пожалуйста, огромные деньги есть, например, ну, скажем, в различных фондах. К сожалению, Мұратбек Кеңешбекович, да. У вас время уже завершено. Евгений. Время поделиться. К сожалению, нет, потому что это ваше время. Евгения Григорьевна, следующий ваш вопрос. Ну, в принципе,
В основном у меня вопросов. У меня вот этот вопрос был. У меня есть uh-huh. вопросы, но я не буду задавать другим вопросы, так что. Тогда черед у Калыс Мурза. Ваши вопросы, оппоненты. У меня вопрос Кристине Васильевской. Я ознакомился с вашей программой. Программа классная, реализуемая. Но меня вот единственное, один момент немножко вот, заставил задуматься. Да? Давайте я вам прочту. Здесь есть такое предложение разрешить медикам, как и милиционерам, использовать оружие для самообороны. Вот. Все мы знаем то, что вот у нас среди нас есть врач, то, что все медики, они дают клятву Гиппократа. И вообще, как вы думаете, что на это сами медики скажут? Могу отвечать? Этот пункт благодаря им и появился. Это они обратились, когда узнали, что я собираюсь баллотироваться. Они попросили продумать вопрос защиты медработников. Дело в том, что мы все знаем по новостным сводкам. Недавно зажали голову водителя скорой помощи. Его избили, избили врача. У меня друг уволился из хирургии, потому что на него напали пациенты. Случаи нападения на медиков разъяренными родственниками, случаи угроз, они регулярны. И сами медики просят их защитить. Дело в том, что в силу профессии они не могут драться. Ну, то есть они умеют физически, они, конечно, могут драться, но вы же понимаете, какой будет скандал, и зачастую они не могут даже пресечь попытку нападения, потому что они в этот момент заняты спасением умирающего, в то время как родственники, ну, нередко их и избивают, и сами медики оказываются в больнице. Для чего нужно это оружие? Не обязательно, чтобы его применять, оно будет устрашающим. То есть, во-первых, там говорится об увеличении наказания, об ужесточении наказания за нападение, а во-вторых, у них должно быть что-то, благодаря чему они могут обороняться. Потому что сейчас они совершенно беззащитны. Ну, у хирургов хотя бы скальпель есть. У скорой ничего нет. Максимум забинтовать нападающего. У меня все. То есть вы считаете, что, по сути, можно часть функций правоохранительных органов передать медикам? Не правоохранительных органов. Вообще, в идеале, каждому медику выдать по милиционеру. Супер было бы. Их бы охраняли. Но такой возможности нет? Нет. Выдать хотя бы на бригаду. То есть, ну, мы же смогли это организовать для милиционеров. Мы смогли это организовать для там, других спецслужб каких-то. То есть, иметь возможность защитить себя в случае нападения. Потому что нередко скорые приезжают, например, на вызовы к наркоманам. И пока они откачивают одного, остальные на них нападают. Им надо чем-то защищаться. Иначе они скоро все уйдут, и нас некому будет лечить. То есть вы в данном случае предлагаете выдать именно оружие? Это может быть травматическое, это может быть просто что-то пугающее, это могут быть резиновые пули, либо это может быть газовый баллончик, либо это может быть шокер. Я думаю, вполне можно продумать это с правоохранительными органами, чтобы это было минимально травматично, но с возможностью защитить себя. Спасибо. Спасибо большое. Следующий ваш вопрос. Следующий вопрос. У меня вопрос к вам. Я вас всех пощадила. Я знаю, что у вас агитационная кампания была. Вы ходили по Дордою, общались с людьми. И я вот хотел бы узнать вообще, как вы считаете, стоит ли, то есть правильно ли устанавливать, заставлять людей устанавливать ККМ-аппараты, особенно на таких рынках? Я голосовала против налогового кодекса, там очень много сомнительного, недоработанного, на мой взгляд. И я думаю, этим все сказано. Спасибо большое. Хасмурза, следующий ваш вопрос. Ну, у меня в целом, думаю, все. Я могу... Каиды Джиншвекани, у вас вопросов нет? Да, у меня нет вопросов. Я могу добавить от себя что-то. То есть именно вот на предыдущее, да, то, что я говорил, мне сказали то, что у нас нет рабочих мест, чтобы наши выпускники обучались, точнее, устраивались на работу. Время, я считаю, показало то, что наше правительство плохой менеджер, и у них не получается создать рабочие места. Я считаю, что в данном случае мы должны дать больше свободу бизнесу. То есть, если мы даем свободу бизнесу, если мы даем им возможности развиваться, то этот же бизнес создает новые рабочие места,
И этим самым как бы решается очень много вопросов. То есть помимо рабочих мест создается здоровая конкуренция, которая определяет лучший продукт на рынке. Помимо этого растет экспортный потенциал, который влияет и на пополнение бюджета, и стабилизация экономики. Поэтому то, что я говорю, что вот такие вот возможности должны быть как для студентов, так и для других, я считаю, то, что недостаточно просто один закон вот так вывести и ждать чудес. Я считаю, то, что мы должны подходить ко всем вопросам более комплексно. Спасибо большое. Ваше время также завершено. Если посмотреть на экран, у Евгении Григорьевны, у Аиды Джейншбековны и у Кристины Валерьевны немножко, но время осталось. Да? Если у вас остались, может быть, какие вопросы незаданные, давайте позволим это сделать, потому что этот раунд, он так и подразумевает вопросы друг к другу. Евгения Григорьевна, а если я не пройду, мы можем с вами мою программу как-нибудь разработать? То есть будете ли вы принимать какие-то советы? Вы уже мне даете карт-бланш, то, что я пройду. Да, если вдруг. Я с удовольствием. Тем более я реально заинтересовалась вашими многими идеями. Они у меня тоже возникали, может быть, немножко в другой конфигурации. Но поработать можно в любом случае. Спасибо большое. Угу, спасибо большое. У вас больше нет вопросов. Евгения Григорьевна, может быть, у вас вопросы есть? Аида Джиншбековна? Ну что ж, в этом случае давайте позвольте нам перейти к заключительной части наших теледебатов. Да? У вас у каждого будет по одной минуте на заключительное слово к обращению своим избирателям. Андамисе урматту хатышучылар, биз ушу менен биздин дебаттын эң акыркы бөлүгүнө келип жеттик. Бул бөлүктө сиздер карамаңыздарда бир мүнөттүн болот. Сөзүңүздөрдү жыйынтыктап, шайлоочуларыңызга кайрылып алсаңыздар болот. Давайте, ну как мы посередине начинали. Калыс Мырза, сиден баштайлык. Дорогие избиратели, я иду в депутаты не ради власти, не ради денег. Мне это все не нужно. Я иду туда, чтобы максимально постараться принести пользу, потому что там мои руки будут развязаны. Я знаю, что многие из вас уже разочарованы, потому что нас сколько раз за этот период обманывали, говорили, что будут делать, создавать там какие-то чудеса, но при этом ничего не происходило. Я с этим не согласен. И я считаю, то, что вы должны выбирать именно того кандидата, за кого верите искренне. Я знаю, что и вы сейчас сидите, некоторые не хотят голосовать, не хотят идти на выборы. Спасибо большое. Айда Джиншбековна, ваша минута. Урматтуу шайлоочулар, көп угасын. Биз депутат кылып шайлагандан кийин эшигин каккылап, депутаттарыбызга кире албай калабыз деп. Мен көп жерде азыр айтып жатам, эгерде мага ишенич артсаңыздар, ар бир ай сайын биринчи ишемби күнү ачык асмандын алдында ынтымак паркында ошо жерде атайын бир мындай амфитеатр бар, ошо жерде мен каалгасыз кабылдама уюштурам. Атайын жазылуусуз, убактысыз келип, каалаган малыңыздарда келип арзы муңуздарды айтып, а мен болсо буйруса депутат болуп калсам, болгон мүмкүнчүлүгүмдү, депутаттык мандатымды колдонуп, ошол сиз көтөргөн маселелердин баарын чечкенге аракет кылам. Негизи эле анан дагы убакыт болот, мен айтам, аялдарды колдоңуздар деп айтам. Чоң рахмат, Мунатбек Кенишбекович.
Дорогой Свердловский район, я обращаюсь к каждому из вас. Осталось совсем много, мало времени для выборов, поэтому в этом отношении я хочу, чтобы на этих выборах победили не деньги, а ваша совесть. Голосуйте совестью. Обо мне, вот после этих дебатов вы можете посмотреть маленькую самопрезентацию про меня, я там буду без халата, и вы там меня увидите уже в другом виде. Поэтому прошу не выключать телевизоры и дальше просмотреть вот эту самопрезентацию и мое обращение вообще к избирателям. Вот. А так я хочу сказать одно. Не нужно голосовать именно вот так, как я говорил, рефлекторно. Ну, 10 плакатов вы видели, за него проголосовали. Или там вам магните подарили, и вы за него проголосовали. Так не нужно делать. Вы голосуете за будущее своих детей. Вы голосуете за здоровье ваше, свое. И именно по Свердловскому району вы голосуете именно за будущее Свердловского района. Поэтому я очень хочу, чтобы вы сделали очень хороший выбор. Если вы проголосуете за меня, это будет мир в вашем доме. Почему? Потому что я учился в 12-й школе. Спасибо большое, Катерина Валерьевна. Недавно на Фучика забор упал. Я в 102 позвонила, чтобы его приехали и подняли, потому что были сумерки, люди могли в него врезаться. А там трубку бросили, разговаривать со мной не стали. Я еще два раза перезвонила, а потом мы вместе звонили в бишкекские городские службы. Так вот, забор подняли через полчаса. И если я без власти и без денег смогла заставить две службы работать и поднять этот забор, обеспечить безопасность, то, я думаю, будучи в парламенте, я смогу еще больше. А еще я вместе с церковью ездила, кормила бездомных. Зимой было очень холодно, и летом было очень жарко. А прошлым летом я оставила сына маме и 24/7 ездила, помогала обсервации Ганси. Мне потом врачи сказали, что 400 пациентов спасли именно теми лекарствами, которые я привезла. А еще я о зверях забочусь и работаю специально на одной из работ, чтобы их кормить и помогать. И если я позаботилась так без власти, то в парламенте я смогу еще больше. Мой номер 8, Свердловский район, и я очень прошу мне поверить. Спасибо большое. И Евгения Григорьевна. Уважаемые жители Свердловского района, в прошлый раз вы победила на участке у вас против всех. Надеюсь, что сейчас вы сделаете свой обдуманный выбор и не останетесь без представителя в Дугурку-Кинеша. Я свой опыт, свои знания, которые я получила, работая в предыдущем созыве, это все мне поможет, чтобы решать ваши проблемы. Мой телефон 0772 79 75 72. Обращайтесь в любое время, и мы вместе с вами решим многие ваши проблемы. Моя ответственность за ваше доверие. Строкова Евгения Григорьевна, номер 11. Мы ждем вас всех на избирательном участке. Спасибо большое. За вот такой вот микроклимат хороший. Можно маленький сюрприз? К сожалению, время уже завершено. Уважаемые участники, на этом мы завершаем сегодняшний дебат. Спасибо всем за участие. И, конечно же, пожелаем всем вам удачи на предстоящих выборах. Урматы талапкерлер, ушу менен биз бүгүнкү дебатты жыйынтыктайбыз. Убактыңыздарды бөлүп келип, талкуу жаратып бергендерге, силерге ыраазычылык, албетте жана баарыңыздарга ийгилик. Урматтуу көрөрмандар, ушу менен биз Бишкек шаарындагы бир мандаттуу эки округтан жогорку кеңештин 7-чи чакырылышын кайра шайлоого аттанган кезектеги талапкерлердин дебатына күбө болдук. Бүгүн болсо бизге номер 29 Свердлов шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына аттанып жаткан Строкова Евгения Григорьевна, Майрамбек уулу Калыс, Салянова Аида Жеңишбековна, Султанбеков Муратбек Кеңешбекович жана Басиевская Кристина Валерьевна катышты. Берүүнү мен Гүлзат Иманова алып бардым. Биздин дебаттар сиздердин эртеңки тандооңуздарга жардам берет деген терең ишенич менен кийинки дебаттарга чейин коштошобуз. Thank you.